Так, все, я дошел до джунглей, типа. Лео, что? Я же был возле джунглей. Чё за? А, не умри только, пожалуйста. А то опять... Не умрю. О, бомбак. Бомбак? Бам-бамк? Биг-бум. Биг-бум? Блин, у меня солнце на экран светит. Хе, теперь у тебя. Ага. Бомбук. Тут же какие-то должны были добавить в джунгли данжи или что-то. Данжи тут давным-давно были, уже 7... Не, 7, еще 7... какие-то. Нет. А просто на, там, на картинке обновление было или какая-то, Шаолинь какой-то и там панда сидит. Мне кажется, это просто построенное игроком. Да? Да-да. Может быть. Что-то пока ни одного мало бы тут не встретил. Ой. Ну кроме зомби, блять, нафига мне зомби? Хочу понду. А нашел овецу. А хотел понду. А где найти понду? Где-то. Ну, я вот сам сейчас тут подпрыгиваю. Я вот ни понт не видел, ни порубку буквы. Ну, как же так? А где их искать? Да где-то тут, я надеюсь, что найдем. Я слышу попугу, я вижу попугу. Попугу, ну попугу это не ничего. Я их еще не встречал никогда. Попугая? Да. Да ну. Да. Не встречал. Нет. Я их встречал только... Да ну. Я их встречал только в Minecraft Story моде. Воу. Да ну, они такие древние. Я знаю, им 2 года уже с лишним. Они же повторяют все звуки, которые... Это я знаю, я их видел в видосах. О, я приручилка. Да. Он сидит у меня на плечо. Попуглель. Он зеленый. О, я нашел еще одного. Он какой-то странный. Он серый, с белым и с короной, как будто золотой. Забавно. Да, есть такое. Блин, теперь, когда ночь наступила, я вообще ни хрена не вижу. Сейчас я пойду занавески сделаю. А то жесть какая-то. Во-о-о! Я могу видеть теперь. А может быть панды только по ночам появляются? Не-не-не-не. Ой, кто ты? Ты читал про панды? Спасибо за активное использование чего? Ваш промокод, идите в жопу. Ваш промокод, идите в жопу. Ваш промокод, идите в жопу. Так и в виду. Здрасте, мой промокод, идите в жопу, дайте мне пресс. Я выиграл. Где я? Давай. Панду. Да, вот именно.
Где? Джунгли гигантские, я ни хрена не вижу. Тут, кстати, в джунглях есть теперь такие отдельные, как мини-биомы. Это именно такие огромные поля, именно из бамбука. Да? Да. И там, наверное, панды. Скорее всего. То есть они не везде, но бывают. Я не знаю насчет не везде. Я просто знаю, что есть такие поля из бамбу. Из бамбам. Из бамбам. О, птица красно-бело-синее-желтая. Ай, за мной зомби-нож бежит. Зомби-нож? Иди в жопу, зомби-нож. Вау, тут какое-то что-то. Какое-то что-то? Да. Чё там? Какое-то что-то. Понятно. Я уж подумал, ты что-то правда нашёл. Я нашёл какое-то что-то. Какое-то что-то, да. Надо за это выпить. А я нашел скелет. Я нашел еще птицев. О, а да, нет, это не, это мой птиц. Пипец, что это тут? Я еще нашел мелкий. Да я тоже уже, говорю же, зомби-нож. Воу, я нашел лаву. А-а-а. В джунглях. О-о-о, это опасно. Над ней ровно блок листвы. Ровно над лавой. И он не горит почему-то. Магичественность. Ну. Я охочусь на всяких негодяев. О, слышу. Нашел абрус. Арбук. Арбук. Панды нету. Нигде. Я слышу лаву. Ой, что за звуки опять? Эй! Да! Что такое? Я слышал звук в скайпе, потом ты исчез. Появилк. Ошибка OpenGL. Invalid value. Invalid value? Ну, не знаю. Value. Я появился без вещей. О, я с вещами. Я появился только что на сервере. День был и не было вещей. Жесть. Я перенестился. Перенести. Какой вкусный алкоголь. Алкоголь. Что едят попугаи? Семено. Семяно? Угу. Семян, иди сюда. Тебя будут есть. О, здорово. Здорово. А ты тут откуда? А, я с другой стороны. Ты тоже туда идешь? Я не знаю, куда я иду, я куда-то иду. Я тоже куда-то иду. Я пытаюсь найти. И я пытаюсь дойти. Куда-то.
Нет, не дойти, а найти. А, я пытаюсь найти. А, я пытаюсь найти. Джунгли огромные вообще. Вообще, да. Вы водечка. Как водечка. Помогите найти... Найтюк. Айтюк? Найтюк. Найтюк. Я нашел бурбузу. Бургузу? Why? Because. Что? Ты сказал why, я сказал because. Why because? Ну типа why? Because? Типа why, как почему? О, день наступил. Ой, а у нас 20 минут всего на баффе осталось. Нет, конечно. Что у нас? 20 минут у баффа осталось. А чё? Что? А? 20 минут у баффа осталось. Не понял. Алло, Уик? А-а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 
Оле. А-ха-ха, ну нет, ну почему плохо все? Спасите, помогите, да. Ой, Оле. Не надо спасать, да. Оле. Лео. Ты шлёшь. Оле. Точно слышишь? Слышишь. Хорошо, хорошо. Блин, капец, я опять до края джунглев дошел, тут нету никого. Че, неужели это плохие... Зачем ты опять вышел? Я не вышел, мне выкинуло. Превышено время ожидания. А ты вкинься. Да хватит. Да что такое? Меня не пускают. Прям как Смекалина в институт. Угу. Это уже все. Ага. Да. Что-то как-то все. Блять. Блин, тут реально ни хрена нет. Почему тут нет ни одной панды? Это очень новые чанки. Это очень новые. Они были созданы позавчера. Бамбук главное есть? Нет, а пандуфов нет. У меня даже FPS проседать стал почему-то.
иногда. Нарбузов до хренища. И ничего больше. А! Интересно, интересно. А, Игорь. Алло. Алло, привет. Скажи, пожалуйста, ты сможешь воскресенье в 3 часа? Да. Я могу ему... Ну да, я... Да, окей, да. Да, 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 да. Я могу скинуть им, могу и сам просто сказать. Как бы... Могу и то, и то сделать. Хорошо. Да. Ага, пока. Воскресенье в 3 часа, репа. Ух ты. Да. Так. А чё? А, что? Типа репа и всё? И... Ну да, а что ещё? А, ну да. Ну ладно. Воскресенье, блин. Да. Там, все там же. Да. Ты все еще не можешь зайти. Я вроде зашел. А, то есть все, я сейчас уже хорошо, да? Более-менее. Капец, мне кажется, эти жонглеры реально их нет. Какого хрена? Не, ну что ж, нам повезло с рейдом. Ну, как сказать, повезло. Я 2 часа искал это говно. А теперь все. Писикаки. Да. Ой, я откинула. Блин, я опять ничего не вижу. Че? Откинула меня опять сейчас немножко. Да, что-то меня тоже откидывает. Это неизбежность. Может, мне реально какой-нибудь на дешевый хостинг этот серф кинуть? Чё мне эти 200 рублей в месяц? Я ем каждый день больше, чем на 200 рублей. И зато без всяких... Ну, может, сейчас больше. Ну да, но всё же. Ну, зато будет без всяких хамачей, у всех будет хорошее соединение, и можно будет играть кому угодно, не обязательно, как когда я дома. Ну да. Только, наверное, если на хостинг, то там уже он лицензионный будет, да? А я не знаю. Не, ну чё, я если что, у Виталика денег достаточно, чтобы себе аккаунт купить. Так что пусть там не выпендривается. Ну да. Как бы, у нас-то есть. Да. Капец. Блин, я не могу найти ничего из этого. Из чего? Никаких биомов этих. Мелких. Ни пана. Никого. Да чтоб тебе скелет поганый. Бамбучелло. Кирпер! Yeah.
Где этих панд искать, елки-палки? Да вот я тоже уже тут бегу, я напомню, где я даже уже из джунглей вышел. Почему-то. Ну блин. А ты уверен, что эти биомы встречаются там? Ну так я видел, что прям вот. Ну там не. Это не значит, что биом, там просто такие полянки есть, где просто вот нет деревьев и тупо дохрена бамбука. Причем такого огромного, высокого. Вау. Блин, прикольно. Где только искать это все дело? На самом деле они. Я не знаю, может это на рандом, может они есть, а может и нет. No. Ай. Как так? Я немножко сильно далеко. Немножко сильно. Я немножко сильно далеко. Вау. Помогите. Сколько противоречий. Да. Противопречий. Немножко сильно. А-а-а, керпер. Керперы, они да. Они да? Они да. Оу, тогда все объяснятельно. Они как дашнут, так все. Как доска дашнут. Да. Когда... Если кто не понял, доска Даша — это дашборд. Дашаборда. Это уже как будто да, запятая шаболда. Да. Блин, я вообще уже куда-то ушел, непонятно куда. Воу, это ты попугую сделал? Нет, это я друг человека. Вылка? Вылка. Просто как бы по ачивке-то непонятно, кого ты именно приручил. А, да? Да. Не знать. Написано просто «Tame an animal». Ладно, все, я забил на эти джунгли, я уже просто все там обошел. Ну да. Надо как-то домой попасть. Ауч. Я пытался пофармить опыт, в результате было лавовах. Надо починить крылышки. Албах, балбах. Угу. А! Чё с этими ягодами такое? Они бьют? Они колючие. Они колючие, ё-моё. А то я на них наткнулся, почему-то на элитрах на землю лёг. А, кстати, есть один фокус с люком, что можно лечь и ползать. Да? Ага. Домой придем, я покажу. Или все-таки может лучше через ад? Даже не знаю. Это будет трудно. Это и так будет трудно. Ну не так. Можно, конечно, и попробовать. Ау, замедлятель. Замедленка. Причем он замедляет надолго. Ты вылка бьешь? Нет, я его случайно ударил.
Я не специально. Блин, 5 минут осталось у героя деревни, мы так и не успеем ни хрена ничего сделать. А чё, он не вечный? Нет, я говорю, 5 минут осталось. А у меня 10. Ну вот иди, соси. Странно. Потому что мы выходили же из сервера на разные интервалы времени. Ты же не мог все зайти. А-а-а. Целых 5 минут. Угу. Видимо. До шабора, да. А у тебя обсидиан-то есть, чтобы делать? Нет. И что это надо делать? Пещера. Пещера? Угу. Пещера, это, конечно, хорошо, но... Но плохо. Да. Но плохо, да. Пещера. А куда нам надо лететь? На уменьшение X и Z? Да. Надо 6000 X примерно и минус 1200 Z приблизительно. Ой, я нашел деревню, я сейчас что-нибудь успею купить. Шамана. Ой, кролик от попадений. Кролик попадений? Стоп! Что? Что? Я пришел в деревню, в которой мы рейд убивали. Да ладно. Да! Как? Я не знаю, как. Я вообще не понимаю. Воу. Чё? Как ты туда попал вообще? Ты в какую сторону шел? Я запутался. Воу. Так, ты все еще бамж? Ты все еще бамж, бесполезный. Да, да я у жителей спрашиваю, бамж он или уже нет. А... Че это было? Почему я не взлетел? А, потому что я именно в эту секунду залагал. Я упал, не получил урона, а потом еще раз упал и уже получил. Клево. Так, ты где сейчас? Я где-то непонятно где. По координатам приблизительно где-то. 14417 пикселей. Ага. А по Z 12530. 12530? 630. Ага. Так, ага. Еще раз X 14 че? Или 13? 14420. А-а-а. Да, это совсем близко там, где я. И что ты хочешь? В пещерство. Пещерство. Быстро обсидиан сделаем, что это не трудно будет. Быстро обсидиан. Быстро обсидиан. Как мы его называли сейчас? Быстро обсидиан? Нет, когда это... Ну, когда ты играл. Керпер? Да не крипер, а обсидиан. Подожди, я обсидиан называл? Мы как-то его называли, когда вот ты играл сейчас у меня за моим компом.
Какое-то очень что-то очень глупое. Апсиан. Ну, приблизительно.